Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру, которого я не устану вспоминать в своих видео, так как этот человек отдал самое ценное, что есть у человека, это свою жизнь за свободу своего государства. И он истинный герой, человек, который достойный название и звание Героя Беларуси. И вот хотел бы обсудить с вами такую тему, как то, что белорусская армия, простой белорусский солдат, фактически с 5 ноября 2021 года становится оружием в руках путинского режима. Да-да. Вы скажете, что, мол, где белорусская армия, где Путин? Какое он имеет отношение? Человек, называющий себя президентом Беларуси Лукашенко, подписал 28 пунктов объединения с Российской Федерацией. Одним из таких пунктов есть тот, что фактически российская и белорусская армии сливаются в единое целое. Фактически задачи российской армии ставятся и перед белорусской. Фактически белорусский солдат становится такой вот винтовкой в руках Владимира Путина. И, увы, я вам хочу сказать, что может произойти так, что простой белорусский солдат, становясь вот такой вот винтовкой в руках Путина, может быть обращен против братского и в ничем не повинного украинского народа. Да-да, именно. Я вообще подозреваю то, что это и делается для того, чтобы столкнуть белорусский и украинский народ. И вот это все события, что сейчас происходят на границе Евросоюза, и такая тишина пока на белорусско-украинской границе, меня смущают. Главное, чтобы это не стало затишьем перед бурей. Но, увы, это может стать. И я вам хочу сказать, этот путинский режим, который не имеет ни совести, ни чести, может затеять какой-то конфликт между Белоруссией и Украиной. И к этому все идет, ребятцы. Ребята, я вам хочу сказать, все, что сейчас мы переживаем и считаем большой трагедией, в будущем покажется нам ерундой. Так как в будущем нас ждет еще очень много таких потрясений, которые нас ужаснут. Это мое мнение. Вы можете прислушиваться к нему, нет. Я просто высказываю его для того, чтобы просто облегчить душу. Берегите себя. Здоровья вам, сил, терпения. И пусть Господь нам помогает во всем.